Культурно-досуговый центр «Октябрь» проведет благотворительный концерт в День народного единства. Для Ханты-Мансийска это уже добрая традиция. В этом году все средства с продажи билетов направят на поддержку военнослужащих, участников специальной военной операции. Артисты центра подготовили программу с вокальными и хореографическими номерами на народную и патриотическую тематику. Среди коллективов участников полюбившиеся горожанам «Раздолье», «Здравица», «Гармоника», «Алатырь» и «Ривер». Концерт состоится в Большом зале культурно-досугового центра «Октябрь» 4 ноября в 2 часа дня.